На заводе по восстановлению и переработке автомобильных шин в городе Токмоке Чуйской области продолжаются работы по модернизации предприятия. Так, практически полностью завершены работы по утеплению и обшивке фасада двух цехов, установке окон, оптимизации рабочих мест с учетом поступающего нового оборудования. Это позволило создать комфортные условия работы для сотрудников предприятия, что крайне важно в текущих погодных условиях. Напомним, что завод по переработке шин был введен в эксплуатацию в тестовом режиме в августе 2023 года. Деятельность предприятия направлена на минимизацию воздействия производства на окружающую среду за счет переработки старых автомобильных шин.